Здравствуйте. Вы врач. В смотровом кабинете для прохождения профилактического осмотра вас ждет пациент, которого вы видите впервые. Необходимо, не зная данных анамнеза, произвести оценку общего неврологического статуса. Добровольное информированное согласие получено. Пожалуйста, приступайте. Поздороваться, представиться, обозначить свою роль. Здравствуйте, я врач. Проведу вас неврологический осмотр. Идентифицировать пациента. Уточнить фамилию, имя, отчество и возраст. Назовите, пожалуйста, вашу фамилию, имя, отчество и возраст. Иванова Ирина Ивановна, 30 лет. Спросить о самочувствии пациента. Как вы себя чувствуете? Хорошо, спасибо. Подготовить все необходимое оборудование. Будем считать, что все оборудование пригодно. Обработать руки гигиеническим способом. Обрабатываю руки гигиеническим способом. Будем считать, что руки обработаны. Предложить пациенту сесть. Присаживайтесь. Проверка ориентации собственной личности. Как вас зовут? Ирина. Сколько вам лет? 30 лет. Проверка ориентации в пространстве. Скажите, пожалуйста, где вы сейчас находитесь? В стационаре. Проверка ориентации во времени. Назовите, пожалуйста, какое сегодня число, месяц и год? 14 мая 2020 год. Приступить к оценке менингеальных знаков. Оценка ригидности затылочных мышц. Ригидности затылочных мышц нет. Симптом Кернига. Симптом Кернига отрицательный с двух сторон. Симптом Брудинского верхний. Верхний симптом Брудинского отрицательный. Симптом Брудинского средний. Сейчас я надавлю вам на лунное сочленение, не пугайтесь. Симптом Брудинского средний отрицательный. Симптом Брудинского нижний. Симптом Брудинского нижний отрицательный с двух сторон. Скуловой симптом Бехтерева. Блефароспазма нет. Оценка первой пары черепных нервов. Оценка обоняния. Ирина Ивановна, вы различаете запахи? Да. Сейчас необходимо будет понюхать вещества и назвать их. Закройте глаза. Закройте правую ноздрю. Какое вещество? Кофе. Закройте левую ноздрю. Какое вещество? Ваниль. Пациентка различает запахи. Оценка второй пары черепных нервов. Оценка полей зрения. Ирина Ивановна, сфокусируйте взгляд на черном колпачке. Закройте правый глаз. Как только молоточек появится в поле зрения, скажите «стоп». Стоп. 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 Закройте левый глаз. Стоп. Стоп.
Стоп. Сужение полей зрения не выявлено. Оценка третьей, четвертой и шестой пары черепных нервов. Оценка объема движения глазных яблок. Ирина Ивановна, сфокусируйте взгляд на молоточке. Следите только глазами. Движение глазных яблок в полном объеме. Нистагма нет. Оценка конвергенции и дивергенции. Следите, пожалуйста, за молоточком. Только глазами. Конвергенция и дивергенция в норме. Оценка реакции зрачка на свет. Ирина Ивановна, смотрите вдаль. Реакция зрачков на свет сохранена. Оценка пятой пары черепных нервов. Оценка болевой чувствительности. Ирина Ивановна, сейчас я проверю у вас болевую чувствительность. Как вы ощущаете укол? Остро или тупо? Остро. Симметрично с двух сторон? Да. Как вы ощущаете укол? Остро или тупо? Остро. Симметрично с двух сторон? Да. Как вы ощущаете укол? Остро или тупо? Остро. Симметрично с двух сторон? Да. Болевая чувствительность сохранена. Корниальный рефлекс. Смотрите, пожалуйста, наверх. Корниальный рефлекс сохранен. Оценка силы жевательных мышц. Сожмите, пожалуйста, зубы. Сила жевательных мышц сохранена. Нижнечелюстной рефлекс. Ирина Ивановна, расслабьте, пожалуйста, нижнюю челюсть и приоткройте немного рот. Нижнечелюстной рефлекс сохранен. Оценка седьмой пары черепных нервов. Оценить симметричность лица в покое и при спонтанной мимике. Симметричность лица в норме. Оценка силы мимических мышц. Наморщите, пожалуйста, лоб. Зажмурьте глаза. Надуйте щеки. Улыбнитесь и покажите зубы. Зажмите губы. Сила мимических мышц в норме. Оценка восьмой пары черепных нервов. Шепотная речь. Будем считать, что между пациентом и врачом расстояние 6 метров. Ирина Ивановна, повернитесь ко мне, пожалуйста, левой стороной. Закройте правое ухо. Повторяйте за мной цифры. 12, 5, 30. Закройте противоположное ухо и повернитесь правой стороной. 8, 13, 25. Шепотная речь в норме. Оценка девятой и десятой пары черепных нервов. Оценка голоса. Произнесите, пожалуйста, и.
И. Га. Га. Пациент произносит высокие и гортанные звуки. Осмотреть состояние мягкого неба. Оценить небный и глоточный рефлексы. Откройте, пожалуйста, рот. Мягкое небо симметрично. Глоточный рефлекс сохранен. Небный рефлекс сохранен. Оценить 11-ю пару черепных нервов. Оценка силы грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Поверните, пожалуйста, голову влево и немного вверх. Поверните голову вправо и немного вверх. Сила грудино-ключично-сосцевидной мышцы в норме. Оценить силу в трапециевидной мышце. Поднимите, пожалуйста, плечи вверх. Сила трапециевидной мышцы в норме. Оценка 12-й пары черепных нервов. Оценить наличие дизартрии. Произнесите, пожалуйста, 333. 333. Дизартрии нет. Осмотреть язык. Высуните, пожалуйста, язык. Язык симметричен. Атрофии, фасцикуляции не выявлено. Оценить рефлексы орального автоматизма. Оценить рефлекс Маринеску Радоич. Поверните, пожалуйста, руки ладонью. Рефлекс Маринеска Радоича отрицательный. Оценить хватательный рефлекс. Хватательный рефлекс отрицательный. Оценка произвольных движений, тонуса, нормальных и патологических рефлексов. Верхняя проба Барре. Закройте, пожалуйста, глаза. Поднимите выпрямленные руки вверх и удерживайте их. Верхняя проба Барре отрицательная. Нижняя проба Барре. Поднимите, пожалуйста, выпрямленные ноги вверх и удерживайте их. Нижняя проба Барре отрицательная. Оценить силу в сгибателях и разгибателях плечевого сустава. Сгибайте, пожалуйста, руки в плечевых суставах. Сила в сгибателей мышц плечевого сустава в норме. Сила в сгибателях и разгибателях локтевого сустава. Согните, пожалуйста, руки в локтевых суставах. Разогните. Сила сгибателей и разгибателей мышц локтевого сустава в норме. Сила в пальцах кисти. Сгибайте, пожалуйста, кисти. Разгибайте кисти. Сожмите мне пальцы. Сила сгибателей и разгибателей мышц кистей и пальцев в норме. Сила в сгибателях и разгибателях тазобедренного сустава. Согните, пожалуйста, в тазобедренном суставе правую ногу. Левую ногу. Сила мышц сгибателей тазобедренных суставов в норме. Сила в сгибателях и разгибателях коленного сустава. Поставьте, пожалуйста, согните, пожалуйста, ноги в коленных суставах и поставьте стопы на кушетку. Разогните правую ногу в коленном суставе. Разогните левую ногу в коленном суставе. Прижмите крепко стопы. Сила мышц
Сгибателей и разгибателей в коленных суставах в норме. Сила в сгибателях и разгибателях голеностопного сустава. Опустите ноги, выпрямите их. Сгибайте правую ногу в голеностопном суставе. Разгибайте. В левом. Сила мышц сгибателей и разгибателей голеностопного сустава в норме. Оценить мышечный тонус в верхних конечностях. Расслабьтесь, пожалуйста. Тонус мышц верхних конечностей сохранен. Оценить мышечный тонус в нижних конечностях. Тонус мышц нижних конечностей в норме. Рефлекс сухожилия двуглавой мышцы плеча. Рефлекс сухожилия двуглавой мышцы плеча определяется с двух сторон. Рефлекс сухожилия трехглавой мышцы плеча. Рефлекс сухожилия трехглавой мышцы плеча определяется с двух сторон. Корпорадиальный рефлекс. Карпорадиальный рефлекс определяется с двух сторон. Кистевой аналог рефлекса Рассалима. Кистевой аналог рефлекса Рассалима отрицательный. Коленный рефлекс. Коленный рефлекс определяется с двух сторон. Ахиллов рефлекс. Ахиллов рефлекс определяется с двух сторон. Рефлекс Побинского. Рефлекс Побинского отрицательный. Нижний рефлекс Рассалима. Нижний рефлекс Рассалима отрицательный. Рефлекс Гордона. Рефлекс Гордона отрицательный. Рефлекс Оппенгейма. Рефлекс Оппенгейма отрицательный. Брюшные рефлексы. Брюшные рефлексы отрицательные. Подошвенный рефлекс. Подошвенный рефлекс сохранен. Оценка чувствительности. Оценка болевой чувствительности.
Закройте глаза. Ощущаете острый или тупой укол? Остро. Симметрично с двух сторон? Да. Остро или тупо? Остро. Симметрично с двух сторон? Да. Болевая чувствительность сохранена. Оценка тактильной чувствительности. Закройте глаза. Ощущаете? Да. Ощущаете? Да. Ощущаете? Тактильная чувствительность на верхних и нижних конечностях сохранена. Оценка температурной чувствительности на руках. Закройте глаза. Ощущаете тепло или холод? Тепло. Тепло или холод? Холод. Тепло или холод? Тепло или холод? Холод. Температурная чувствительность на верхних конечностях сохранена. Оценка вибрационной чувствительности на руках. Как только прекратится вибрация, скажете. Вибрационная чувствительность на верхних конечностях сохранена. Оценка вибрационной чувствительности ног. Стоп. Вибрационная чувствительность на нижних конечностях сохранена. Оценка мышечно-суставного чувства в пальцах рук и ног. Я буду поднимать ваш палец вверх и вниз. Нужно будет назвать, какой палец и куда я его поднимаю. Указательный, наверх. Большой палец вниз. Большой палец наверх. Мизинец вниз. Большой палец вниз. Мышечно-суставное чувство в норме. Оценка координации движений и вестибулярной функции. Пяточно-коленная проба. Поднимите, пожалуйста, правую ногу вверх. Дотроньтесь пяткой правой ноги до колена левой ноги. Протяните ногу вниз по голени. То же самое повторите с левой ногой. С двух сторон в норме. Проба на диадохокинез в руках. Согните, пожалуйста, руки в локтевых суставах. Представьте, что держите яблоки. Вращайте руки в кистях. В норме с двух сторон. Проба на диадохокинез в ногах. Представьте, что едете на велосипеде. В норме с двух сторон. Проба на обнаружение симптома отдачи. Согните, пожалуйста, руки в локтевых суставах. В норме. Проба на синергию Бобинского. Согните, пожалуйста, руки на груди. Сядьте без помощи рук. В норме. Пальцы-носовая проба. Поднимите, пожалуйста, руки перед собой.
Дотроньтесь поочередно правой и левой рукой до носа. То же самое повторится с закрытыми глазами. Пальцы-носовая проба в норме. Проба на дисметрию. Поднимите, пожалуйста, руки перед собой. Опустите правую руку. Закройте глаза. Поднимите правую руку до уровня левой. Откройте глаза. В норме. Проба Ромберга. Вытяните, пожалуйста, руки перед собой. Немного в стороны. Удерживайте руки в таком положении. Теперь закройте глаза. Можете открывать глаза. В норме. Проба с тандемной ходьбой. Пройдитесь, пожалуйста, по воображаемой линии, касаясь пяткой, носа, ноги. В норме. Оценка когнитивных функций. Оценить память. Повторите за мной три слова, которые вам необходимо будет заполнить. Лимон, ключ, шар. Лимон, ключ, шар. Тест рисования часов. Вам необходимо будет нарисовать циферблат часов с цифрами и поставить на нем время 13:45. В норме. Тест на отсроченное воспроизведение. Повторите, пожалуйста, три слова, которые я вам называла. Лимон, ключ, шар. Все верно. Оценить речь. Речь во время осмотра, сенсорная и моторная, в норме. Завершить осмотр. Спасибо большое за неврологический осмотр. Я заполню необходимую медицинскую документацию. Обрабатываю руки гигиеническим способом. Будем считать, что руки обработаны.